Евстатьев, ты знаешь, кто мы? Нет. Мы великие слуги Монолита, защитники его. Мы призваны, чтобы защищать эти священные земли от таких грязных, неверных, как ты. Вы приходите на наши святые земли и оскверняете их. Собираете священные дары нашего отца. Убиваете детей его, малых. Нападаете на защитников великого монолита. Я на вас не нападал. Великий монолит указывает нам священный путь, к которому мы все время двигаемся. И ты, сталкер, встал на его пути. Ты нападал на наших людей и хвастался среди других неверных. Молчи, неверный. И хвастался среди других неверных о том, что ты смог убить кого-то из наших. Ты носил наше снаряжение. Я не носил ваше снаряжение. И хвастался тем, что смог его добыть. Какой твой позывной, сталкер? Мага. Мага. Тебе так представлялся? Ну что ж, сталкер мага, за действие, совершенное против слуг великого монолита, а точнее за убийство братьев наших, за то, что я ты не убивал никого. Молчи. Ты приговариваешься к смертной казни. Монолит поглотит твою душу. Есть ли у тебя последние слова? Нет.